Привет, друзья! Сегодня у нас вебинар, 20 часов 30 минут. Я предлагаю вам, кто еще не видел, что такое метод ключ, что такое синхрогимнастика, просто я прикреплю в комменте 5 минут, которые изменят жизнь. Да, там приемы, которые я показывал еще, когда Марс 500 готовил, и шалтай-болтай, и хлёст, и вхождение в ритм колебательный. Я вам хочу сказать, что такое квантовый переход, так называемый. На самом деле это триггерный переход. Это когда вы из обычного состояния, когда у вас много там напряжения, стресса и так далее, резким скачком происходит такой переход, ну, в трансграничное состояние. Это состояние, где нету пределов никаких, нету никаких страхов, нету никаких барьеров, нет никаких стереотипов, шаблонов нет. И в этом состоянии это иногда бывает, когда вы в сон входите. И я все ответы на свои вопросы могу находить, используя сон. Ну, там специальным образом я это делаю, я потом расскажу. Но тут вопрос заключается в том, что там на самом деле ты находишь ответы на волнующие вопросы, которые обычным путем решить не можешь. Потому что, когда ты пытаешься обычным путем решать эти вопросы, у тебя там бессознательно страх ошибки, у тебя шаблоны, у тебя авторитеты, то, что ты читал, там, то, что ты слышал. А там может быть создание нового. И вот когда ты, например, выходишь вот в это трансграничное состояние, то там как раз-таки не явь и не сон, а некое нулевое состояние, свободное от всего этого. И поэтому, если ты мучаешься каким-то волнующимся вопросом, то и ты и находишь ответы. Потому что ничего не мешает в этот момент синтезироваться всем твоим ассоциациям. Все, что ты видел, все слышал, о чем думал, о чем видел во сне, читал и прочее десятое, синтезироваться направление ответа на вопрос. Это очень интересное явление. А вот этот сам трансовый момент, квантовый переход, так называемый, это же есть, собственно говоря, скачок, да? Скачок в другое, условно говоря, измерение, да, в это безвремение, в эту бесконечность, в эту вечность, где ты черпаешь новое понимание вещей, да, где ты делаешь изобретения. Но это вообще потрясающая штука, интересная, можно решать нерешаемые задачи. Так мы когда это обычно получаем? Ну, например, у нас происходит новое что-то, когда мы осваиваем и входим в автоматизм освоения нового. Например, в беге в ритм вошли автоматически. Когда в ритм вошли, вот этот скачок и происходит, переход в это состояние, и мозг освобождается от всей рутины. И вы бежите налегке, и думаете о своем уже на свободном уме. Да, и можете найти какие-то решения. Или когда вы делаете переход в тот же автоматизм, не в ритм входя, а с помощью идеорефлекторных приемов. Когда вы представляете себе, например, что руки пошли, начинаете чувствовать, куда бы им двинуться, отпускаете туда, куда им хочется, и они пошли. И в этот момент автоматизации тоже происходит переход. У вас сразу освобождается сознание для поиска интересных решений. Да, это все очень интересно, поэтому я жду вас в 20 часов 30 минут. Короче, я напишу правильно, во сколько там все будет. Приглашаю. Да. Те, кого я пригласил и лично послал личные приглашения почетным участникам нашей школы, да, это одно. А те, которые купят этот вебинар и войдут, они запись получат автоматическую. Поэтому, если кто-то живет в других часовых поясах, не беспокойтесь. Запись посмотрите. До встречи.